motherfucker. Дон Косто для Дунюдевусу. Дун кондон стон дон. Короче, седло какое-то, чертеж. Так, нас интересуют медузы, да? Медузы у нас вдоль берега, наверное, будут. Убил. Да, слушай, гарпун крутая вещь под водой. Ой, гарпуны, слышишь, наши? Поднимай, прежде чем убивать медузу, обратно. То есть они многопользовательские, многоразовые, короче, гарпуны наши оказались. Смотри, мы подняли в итоге 100 биотоксина. У меня есть крутейшая просто идея сейчас, прям. Предыдущие все идеи просто это детское баловство. Идея уникальна своим безумием. Помнишь, мы, короче, когда отплывали тут вдоль, здесь где-то вдалеке были огромные рыбины. И они где-то здесь рядышком. Вон она, смотри, огромная херня. Я хочу ее сюда подогнать и здесь ее усыпить. Сейчас попробую выстрелить. Гарпун пошел. Гарпун не попал. Пошел второй гарпун. Еще один гарпун пошел. Гарпун прошел мимо. Торпедирую. Это как морской бой играть. 72 hours later. Попало? А что это оно уплывает? Ух ты, видела? Ух ты, видела? Нет. Она какую-то штуку пустила. Да. То ли крик какой-то, призывающий дьявола бездны. Что она такая, типа, курлы, вам жопа. Где? Я бы уплыл на берег. Быстрее плыви. Да плыви на берег, плыви. Офигеть. Так, он просто, наверное, далеко от нас. Самка лицихиса. Ставлю тогда. Стреляю. Попал. Эта херня идет на меня прямо. Я ее пытаюсь усыпить. Она дерется с моей акулой. Так. Офигеть. Он не умирает вообще. Этот лисцикис. Цикис умирает. Вот же ж сука. Блин. Потому что моя акула стояла в режиме атаки. Она, блин, сожрала. Блин, жалко. Приключения. Альфа-мегалодон. 36-й левел уже. Давай мы сюда ближе к берегу отплывем. Я потом возьму вот так вот ружье. Вот так вот выстрельну. А теперь она летит на нас. Быстренько садишься на акулу. И ебешь на всех ускорителях к берегу, как я. Сразу налево паркуйся. Налево. Босс акул. Акул-босс. Акул-босс, бейби. Слушай, ну мы ее сейчас должны кончить, она убегает. Так, мне кажется, нужно этот, наших акул брать и идти ее добивать. Да, надо акул брать и добивать. Все, погнали. Сейчас ее добьем. Помогай. Меня еще вонючий сраный скат бьет. Так, я отдельно еще буду бить, помимо того, что акула бьет. Постараюсь вас не захерачить. Офигеть, она красивая. А! Она меня бьет! Да, мазафака! Мы ее сделали. Сейчас у меня акула охуеть куда-то. Да, на кого-то агрится. У меня почти жизни нет. Зато у меня левел. 14 левелов. Офигеть. Смотри, что с нее выпало. Альфа-мегалодон зуб. 197 урон. Вообще охеренный топорик. Кожаная рубашка, сопротивление холоду 41. Приключения, да. В общем, теперь у нас еще безумнее идея. И вообще, у нас идеи просто одна лучше другой. Вообще, да, прям мы... Короче, пока мы создаем супер снотворное, добывая ресурсы, мы поняли, что у нас проблема с цементом. И пробовали разводить бобров, чтобы они на нас работали, но бобры, короче, кричат, что нихера, короче, им там соцпакет нужен, двойная... В общем, неважно. Дикие бобры делают это на халяву, но чтобы бобра доставить диким домой, нужен орел, для того, чтобы когтями схватить и просто сбросить в ареал обитания наш дикого бобра. Потому что если его приручаешь, он не хочет делать цемент. В общем, идея достать орла
пересесть на орла и на обратном пути просто сделать двойную работу. Привезти орлов и привезти бобров. Вот такая у нас, короче, идея. Поэтому мы сели на наших топижару, давай жару, и валим, короче, за орлами в ближайший лес. Не тропические, а хвойные или кедровые. В общем, в какой-то лес, где есть орлы. Ну, желательно в горы. Вот туда мы и летим. В секвойную. Сейчас до леса долетим. Найдем в горах самых прикольных орлов. Да, думаю, цветного какого-нибудь. И все будет very wonderful, да? Ой, красавцы.